1 декабря истекает срок для своевременной оплаты физическими лицами имущественных налогов. Уведомления за 2021 год направлены. Исключение граждане, призванные на военную службу по мобилизации. Им автоматически продлены сроки уплаты налогов на период службы и до 28 числа, включительно 3 месяца, следующего за месяцем увольнения. Остальным оплатить налоги можно с помощью сервиса уплаты налогов и пошлин или в личном кабинете налогоплательщика. Достаточно ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнеров ФНС России, в том числе по QR или штрих-коду платежа, указанного в налоговом уведомлении.